Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Чрезмерные гордыни носители имени с буквы «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Люди с буквы «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.